Міністерство оборони України потролило Шойгу. У Твіттері відомство відреагувало на заяву окупаційного міністра про так зване сповільнення спецоперації. Далі процитую. Міністр оборони Росії заявив сьогодні, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це уповільнення на старий добрий відступ. Або, як люблять говорити росіяни, у зворотний наступ, написали в повідомленні. Як ви оціните цю заяву про сповільнення? Знення темпів, начебто це робиться навмисно, аби мінімізувати кількість жертв серед мирного населення, але при тому ж Росія продовжує обстрілювати ракетами мирні міста, мирні і цивільну інфраструктуру, як вчора це було на Дніпропетровщині, де загинуло 25 людей, а зокрема кремлівське Міноборони заявили, що вони знищують українських бойовиків. Це заява для внутрішньої аудиторії робиться. В первую очередь, конечно, для внутренней аудитории, потому что нужно объяснить ей, как может спецоперация, которая была заявлена как что-то быстрое, быстро достигнутые цели, и все как бы возвращается к мирной жизни. Как она может продолжаться полгода? Полгода идет война, и полгода это очень много. И сколько бы пропагандисты ни говорили нам о том, что в Европе гораздо хуже, чем в России, но на самом деле и уровень жизни в России тоже снижается. И потери в Россию тоже касаются. Поэтому, конечно, необходимо объяснять обычным россиянам вообще, что происходит. Почему никаких побед, которые обещали, нет. Хлебом с солью никто не встречает, а наоборот все ненавидят. Ну, конечно, можно сказать, что они нас всегда ненавидели, а мы вот тут, так сказать, отбиваемся как можем. Но все-таки россияне не полные идиоты. Поэтому вот приходится что-то такое придумывать и как-то объяснять то, что очевидно для всех, что наступление захлебнулось, и сил наступать дальше их просто нет. И надо как-то проложиться для того, чтобы через какое-то время объяснить, почему российские войска переходят в оборону. А, зокрема, як пояснюють те, що відбувається зараз на Донбасі? Ми бачимо, як російська армія, ну, не має там успіху і майже не просувається. Вже 150 разів заявляли про захоплення населення Піски, але ж при тому до сих пір цей населений пункт під контролем України, і він, звичайно, і залишиться під контролем України. Росіяни, вони не розуміють і не бачать те, що їм щодня говорять про звільнення цього міста, але, зокрема, воно не звільнене. Ну, смотрите, те, кто вообще хотят получать независимую информацию и реальную информацию, те все-таки могут ее получать, потому что мы сейчас живем не в Советском Союзе и не 40 лет назад, мы живем в 21 веке, и, собственно, ничто не мешает включить интернет и посмотреть различные источники, которых много даже на русском языке. Даже если ты не говоришь на каких-то иностранных языках, вполне достаточно источников для того, чтобы прочитать реальную информацию на русском языке много где. Ну, понятное дело, что Роскомнадзор все блокирует, но VPN еще никто не отменял. Ну, то есть кто хочет иметь информацию, тот ее имеет. А кто не хочет, ну вот, тот слушает Шойгу и слушает всю ту лапшу, которую вешают на уши. Но мне кажется, что таких людей становится все меньше и меньше. Более того, сейчас люди еще не говорят, что они против войны, да, но они уже меньше, гораздо меньше говорят о том, что они за. Просто так как репрессии усиливаются с каждым днем, все больше людей начинает просто молчать и обсуждает ситуацию лишь с теми людьми, которых знают давно, которым доверяют. Потому что огромное количество, ну, просто доносов, да, когда человек случайно скажет что-то, чуть ли не в магазине, а на него сосед сразу позвонит в полицию, напишет донос, будет что-то возбуждено. Поэтому, конечно, люди стали больше молчать. Но сторонников, конечно, не увеличивается, а количество сторонников уменьшается.
Пані Олю, додам щодо планів Путіна. От Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів. Так, штатна чисельність Збройних сил Росії зросте на 137 тисяч. Указ набирає чинності з 1 січня. Відповідно до цього указу, це означає, що Путін продовжуватиме війну і вже сил не вистачає, тому зараз будуть мобілізувати вже всіх. Ну, вопрос, указ-то можно подписать, а людей-то откуда взять? Да, уже сейчас российская армия испытывает очень большой недостаток в живой силе. И именно поэтому берут всех, кого ни попадя. И там людей в возрасте увеличили возраст заключения контракта. И, извините меня, заключенных и обвиняемых по уголовным делам, да, потому что живой силы не хватает. Так что указ указом, но совершенно непонятно, откуда они собираются брать людей. Потому что пока идет война, проблемы с призывом будут оставаться, и количество молодых людей, которые будут косить от армии, будет увеличиваться. Конечно, можно еще говорить про тех людей, которые теряют работу и которые будут пытаться на этом заработать, но количество потерь невозможно скрыть, поэтому уже многие понимают, что попытка заработать на войне – это, возможно, билет в один конец. Может быть, твои родственники что-то и получат, а может, и не получат, а просто тебя запишут в пропавшие без вести, а твой труп просто останется на поле боя, и даже никто его не соберет, и никто никогда не узнает, что вообще с тобой произошло. Але ж насправді такі люди ще є, які, як ви кажете, хочуть заробити на цій війні, тому і погоджуються їхати. Але якщо ті, хто відмовляється, ті, хто зараз виїжджають з Росії, це означає, що зараз все рівно проводиться ось ця прихована мобілізація і що вона і буде й далі проводитись. Безусловно, безусловно, тому що другого способу поповнити не існує. Друге діло, що якщо там, припустимо, в марті таких желающих или там в апреле записаться и поехать на войну еще было приличное количество, то сейчас это количество уменьшается, потому что те потери, которые каждый день происходят, скрыть невозможно.